Всем доброе утро! У нас сегодня утро блинное. Это блинчики с творогом. Я думаю, что вы тоже любите блинчики. Конечно, со сметанкой, с вареньем вишневым, варенье без косточек, кофе. И пойдем сейчас гулять. Приятного аппетита! Давно я не снимала цен
на продукты не озвучивала. Может, кому-то будет интересно, какие в Украине цены. Давайте я вам сейчас расскажу. Справа налево это мы продукты покупали в АТБ. Ну, по порядку. Паста томатная, чумак. Одна стоит 5,90. Грейпфрут вытянул на 23 гривны. Килограмм стоит 49 гривен. Два авокадо вытянула на 78 гривен. Одно авокадо на 39, а килограмм его стоит 130 гривен. Потом мне еще нравится вот такой тунец. Он такой 185 грамм. Шматочки, то есть кусочки его в масле. Очень хороший, его много здесь. И он до 25 года. Сроки хорошие. Я вот эту фирму Deluxe очень сильно люблю. Он, коробочка вытянула на 38,90. То есть баночка. Мыло Dove по 18,90. Два кусочка взяла. Горчица украинская мясная. Это значит крепкая. 130 грамм, она по 6,80 тоже по скидке. Масло фирмы Deluxe, как вы видите. Это масло из тыквенных семечек, 250 миллилитров. Сроки здесь тоже его хорошие, до 22 года, 11 месяца. Ну, как оно полезное, здесь много витаминов А, потом витамин В, по-моему. Витамин С, и здесь еще есть омега-3, ну и другие витамины. Если захотите, почитайте. Мы хотим пропить его по столовой ложке натощак. Мы сейчас пьем другое масло этой же фирмы. Оно, сейчас, секундочку, я посмотрю. Да, вот мы пьем сейчас льняное масло по столовой ложке утром. Все хорошо. А сейчас потом будем пить вот именно вот это масло. Это масло стоит 94 гривны, 90 копеек тоже по скидке. И 120 штук ватные диски по 16 гривен. Вот это вот вся покупочка вытянула по чеку. Сейчас я вам покажу. 347 гривен 70 копеек. Потом мы зашли на рынок и купили еще вот такие фрукты. Яблоки, вот это вот чемпион, очень хрустящие, сладкие, сочные, они по 13 гривен, соответственно, вот эти яблоки семеринка тоже по 13 гривен, сливы по 40 гривен за килограмм, что-то они сейчас очень дорогие, но мы их покупали и по 20 гривен, ну, сейчас такая цена. Груши по 20 гривен, они такие вроде как не очень симпатичные, но они еще полежат, они потом будут сочные, мне такой сорт нравится, груш. Взяла перец острый, такой вот стручковой, 50 копеек одна штучка, или на килограмм 35 гривен за килограмм. 30 гривен помидоры желтые, не помню сейчас, насколько это вытянуло, но 30 гривен килограмм стоит. И потом я вспомнила, что мне нужно будет делать пиццу, и вот купила себе еще такие красные помидоры. Вот эти 5 штук на 5 гривен затянули, а килограмм, по-моему, 15 гривен. И вот такие конфеты. Конфеты у нас тоже на рынке продаются, там на лоточках, там или какие-то другие там магазинчики. Ну, что-то мне эти конфеты понравились. 175 гривен килограмм. Вот такой чернослив с миндальным орехом. Есть чернослив. Сейчас буду по порядку тогда. Есть просто чернослив. Это груши с орехом. Так, это тоже миндальный. Вишня. Очень хорошая тоже вишня. Потом, вот просто чернослив, видите, без ничего, просто чернослив. Теперь, грушу мы видели, очень вкусный инжир, советую, там тоже грецкий орех. Так, еще что? Где-то еще у меня, по-моему, курага есть и персик. Сейчас, если я найду, в общем, вот, это не персик, это у нас... Банан тоже вкусный. Есть грильяжные конфеты, а есть вот именно какие-то сухофрукты, там с орехами, они там внутри. То есть конфетки вкусные. 175 гривен, я не помню, говорила, не говорила. Ну, вот такой, такие покупочки мы сделали. Так что приятного аппетита всем. Спасибо за просмотр.